Добрий вечір, друзі! Це другий випуск програми «Вперед, Миколаїв» у 2016 році. Вітаємо усіх, хто вболіває за миколаївський спорт. Свою першу гру у чемпіонаті України вже зіграв муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв», який 9 січня вдома приймав баскетболістів з міста Запоріжжя. Про усі перипетії цього поєдинку вам розповість наш спеціальний кореспондент Павло Кізілов. Мы находимся в спорткомплексе «Надежда», где сегодня состоится первая домашняя игра 2016 года муниципального баскетбольного клуба «Николаев». Сегодня соперниками наших ребят выступает баскетбольный клуб «Запорожье». Давайте пожелаем николаевским спортсменам сегодня удачи. Вперед, Николаев! Вперед, Корабелы! Наши гости, соседи по турнирной таблице, баскетболисты из Запорожья, с первых секунд активно начали атаковать кольцо МБК, пытаясь уйти в отрыв со старта игры, приложив для этого максимум усилий. Но в ответ они получили серию удачных бросков от опытного защитника «Чаек» Александра Шастухи. Но, к сожалению, его усилий и усилий остальных «Корабелов» не хватило для того, чтобы сократить отставание в первой четверти. На перерыв хозяева площадки ушли с разницей в минус 7 очков. Во второй четверти начались так называемые «качели», но в целом картина не изменилась. В предыдущей встрече этих команд на паркете спорткомплекса «Надежда» наблюдалась похожая ситуация. Гости медленно, но уверенно уходили в отрыв, но после середины игры спортсменам из Николаева удалось переломить ход встречи, отыграв более чем 20-очковое отставание. Вторая четверть этой игры предвещала похожий сценарий. Гости уверенно реализовывали свои атаки, увеличивая свое преимущество. В этой 10-минутке запомнился эффектный данк Александра Цикалюка. Казалось бы, после большого перерыва подопечные Кирлана возьмут себя в руки и добавят в нападении. Но получилось наоборот. Добавили гости. Нашим не помогли даже дальние попадания Алексея Ануфриева и Артема Чемякина. На последний перерыв хозяева уходили с отставанием уже в 15 очков. В четвертой четверти ситуация на площадке не изменилась. Явным лидером выглядели спортсмены из баскетбольного клуба «Запорожье». Как ни старались наши ребята, но мяч в корзину соперника уперто не летел. Несмотря на то, что баскетболисты из МБК по ходу игры показали неплохую результативность попадания из-за дуги, но на результат игры это не повлияло. Итог 59-75, победа гостей. Сами не понимаем, как это произошло. Вроде готовились. Все разбирали, все комбинации, как играть. Вышли, пропустили, потеряли игроков, которых нужно было не отходить. Сегодня вся команда потеряна. Проблема не в ком-то лично, да, как сказал Алексей Ануфриев. Проблема всей команды. У ребят было до этого хорошее настроение. Мы вышли 2 числа, начали готовиться, разобрали полностью Запорожье. Они нас ничем не удивили в сегодняшней игре. Проблема в нас самих. На мой взгляд, ребята просто перегорели. Такое сильное желание победить было, что вышли. Просто как это закрепостило их. В этом основная проблема. Потому что то, что мы отработали на тренировке, которые мы, их схемы все сделали, отработали, сегодня допустили ошибки. Как бы, такое ощущение, что они первый раз их играют. К сожалению, в первом матче года нашим ребятам не удалось одержать победу, но мы все равно в них верим и надеемся, что победы еще придут. Вперед, Николаев! Вперед, Корабелы! Що ж, сподіваємось, що найближчого часу наші баскетболісти все ж таки знайдуть свою гру та ще порадують вболівальників перемогами. А муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» вже найближчого часу повинен вийти з відпустки та розпочати підготовку до другої частини першості України з футболу у першій лізі. А ми з вами згадаємо найяскравіші моменти, які дарували нам наші футболісти у першій частині цього чемпіонату. Юрій Булычев зараз з м'ячом. Делает тут даже заброс на Виктора Бирькова. Андрей Ковалев с мячом. Андрей, бьет. Удар! Там гол! Великолепный удар! Андрей Ковалев! Правую девятку! На дополнительных минутах! В один дотик зараз. И удар! Гол! Гол! Це гол! Віктор Бірко, який вийшов на заміну, зараз фактично за декілька секунд до фінального свистка вириває, можливо, перемогу для футбольного клубу «Миколаїв». Check me out, I'm just flex
flexing. Wildin' out while they stressing. And I ain't tryna meet your folks, cause the homie don't need they blessings. And the homie don't need they lessons. I ain't tryna get asked no questions. I'm tryna let it burn. I don't wanna hear your confessions. We fucked up, we ain't sober, girl. I got one cup, this ain't soda, girl. When them lights down, it's over, girl. I like Fresh Prince, you like Golden Girls. Goddamn, you all up in the way. I'm doing me, you got nothing to say. When I'm in the zone, you coming to slay. It's money to make, it's coming today. The homies got dank on 3P. Everybody got bank like TD. You don't wanna see the kid in 2K. Everybody get spanked like Riri. But it's moosh money, stop playing with me. Got two girls and they stand with me. I'm so throwed, I can't think. And I'm busting off with the fan with me. Let's go. I'm bowing out with these hoes. I'm rocking out, can't stop me now. I'm all about that dough. Get it, got it, go. I'm bowing out with these hoes. I'm rocking out, can't stop me now. I'm all about that dough. Пробить штрафной может практически каждый. Сейчас после этого момента Виктор разбегается. Удар. Гол! Гол! Виктор Берков! Дорогие друзья, мы забиваем команде премьер-лиги. Виктор Берков на 29-й минуте выводит муниципальный футбольный клуб «Николаев» вперед. 1-16 Кубка Украины. Мяча Виктор Берков. Удар! Гол! Забивает второй мяч харьковскому «Металлисту» в этом матче. Второй мяч для себя делает дубль. Виктор Берко, невероятно. Невероятные удары Виктора со штрафного. И два гола. Два гола в ворота команды премьер-лиги. Ворота харьковского «Металлиста». Договаривались перед игрой, что именно вы, или так уже решили с партнерами на поле? Не, просто решил пробить удачно. Раз-два. Я раз. Не знаю, как получается, дальнюю штангу закрываю второй раз уже и удачно, поэтому оказался в нужном месте, в нужное время. Дай бог забивать еще. I'm
так грала наша футбольна команда. Побажаємо їм у новому році ще більших і яскравих перемог. А усім миколаївцям знімальна група програми «Вперед, Миколаїв» бажає мира, добра, тепла, любові у новому році. Займайтеся спортом та «Вперед, Миколаїв»!